трогайся, нас никто не слышит. В натуре, блин. Блять, пиздел. Фил, Фил, брат, мы с тобой уже столько лет вместе. Это я да. Я помню, и все, как... что мы делаем, мы тоже должны отвечать вместе, как-то так. Все верно, Фил. Ну. Помнишь, в 94-м мы открывали совместный бизнес еще в Москве? Ты тогда приехал, я помню, только окончил институт в Берлине, приехал в Москву, я тебя нашел. Потом у нас выебали в жопу двоих, помню. Вот я, было, я, дело, я просто не пойму, Фил, вот, вот эта выскочка, вот ваша немецкая девчонка, это что, что она себе позволяет? Когда мужчины разговаривают, вплывать в разговор нельзя, пойми. Президент, премьер-министр, нам похуй, тут мужчины собрались пообщаться. Смотри, ты сделал 3 ракеты? Пока что только 2 изобрели. Хотел развить 2 города. Бля, Владивостоке жалуются. Нет, 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 похуй. Папочка зол. Извиняюсь, после Владивостока. И мне вообще похуй. Я сейчас не понял. Сделай 3 ракеты. 3 ракеты. 3. Это не 2. 2 плюс 1 равно 3. Вы воевать хотите, да? Ой, это мне не надо. Вадя, ну смотри. Я приезжал, помню, в Мюнхен. И чё, как? Мы ходили с тобой, ели. На улицах. Ты же меня не подведешь, правильно? Конечно, 3 ракеты. Я доверюсь тебе, я доверюсь тебе. К нам шпион. Координатор. Вадя, я тогда доверился. О, голые школьницы. Да ты заебал. Давай, давай, подсос, говори, с кем переговоры. Нихуя он. Высказался по поводу женщины. Ты молчишь сейчас. Мужчины разговаривают, общаются. Цивильно, понимаешь? Тут мы не просто собрались поговорить там, кто куда гулять идет, у нас война. Смотри, выбираем, хуярим. Смотри, либо хуярим 3 города 100%, либо хуярим 6, и возможно мы попадем по всем, в которых нет щитов. Согласен. Можно. Чем согласен? Я 2 варианта дал. Можно 6 ракет раскинуть по разным странам. Это может прокнуть. Это же может прокнуть. Сейчас много кто будет где-то... Уже отправлять, так сказать. Да, давай 6 расхуярим по всем городам. Ну хорошо, мы им устроим кустину, мать. Давай, Славик, возвращаемся домой в Москву. Купи билеты в бизнес-класс мне, пожалуйста. Аэрофлотом полетим. В Берлине желательно днем. И... Вадя, запомни. Береги честь с молоду, пока она у тебя есть. Вадь, запомни, мы свое возьмем, пусть пока полежит, блядь. Все, Славик, летим в Москву. Побежали. Багаж собери. Полетели. Побежали. Такси вызови. Я там это, что там с деньгами? Как уйти-то отсюда, блядь, что делать? Что, ну это самое, 3 ядерки, 3 ядерки, 2 города, Мюнхен, Гамбург. Я вам вызову сейчас. Да. Бизнес-класс, сейчас Джон Вик вас ответит. Супер. А, на приоре. Домой. Господин, ну, Москву, пожалуйста. Рейс. Да, я знаю, ребят. 14:30 вылет. Паспорт. Просто нахуй меня никто не предупреждал нормально, типа. Можно и без паспорта. Нахуй идите нахуй без паспорта, ебать. Заебись.